Всем привет, друзья! С вами Влад Стеймус. Если вам понравилась данная реакция, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И еще, обязательно подписывайтесь на Twitch. Там мы смотрим различные шоу, фильмы, слушаем музыку, новинки, все. Все, абсолютным образом все. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь. И обязательно подписывайтесь на Telegram. Там информация о ближайших стримах, на YouTube, на Twitch. Также есть Telegram с перезаливами. Туда перезаливаются стримы с Twitch'а в основном. Ну, или те стримы, либо видеозаписи, которые нельзя выкладывать на YouTube. Подписывайтесь, я вас жду. Всем спасибо, приятного вам просмотра. Маленькая такая. Только что мы слушали песню «Маленькая принцесса» в исполнении Анастасии Мирошниковой из города Березовского. А теперь на сцену со своей второй песней выходит Диана Анкутинова из города Арсеньев. Диана исполняет песню, которая называется «Блюз для бабушки». Встречай! Yeah.
друзья. Такая маленькая, хорошенькая, талантливая девочка. Хорошо, прям очень понравилось. Она так классно исполнила. Улыбка с лица не сходит. Молодец.